Однажды в нашей семье случилась история. Мой ребенок занимается конным спортом, и инструктор не уследил, лошадка понесла ребенка галопом. Я увидела, и на самом деле у меня была такая реакция, что я, честно говоря, не могла шевельнуться. А наша няня ринулась просто спасать ребенка, остановила лошадь на скаку. И после этого, ну, конечно, это стал человек номер один просто в нашей семье. Мы не волнуемся о безопасности ребенка. Она научила хорошим манерам. Наш ребенок стал просто космополитичным. Он в любой стране мира чувствует себя уверенным, своим. Может поговорить с любым ребенком на английском языке, куда бы мы ни приехали. Английская няня – это, конечно, удовольствие. Не из дешевых, но это прекрасная инвестиция, конечно, в образование ребенка.